Рыбы зимой плывут, задевая глазами лед. Туда, где глубже, где море. Рыбы, 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 рыбы плывут зимой. Рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света, под солнцем зимним и зыбким. Рыбы плывут от смерти вечным путем рыбьим. Меня вдохновляю я в самой жизни, то есть я в музыке. Я в поэзии, я в драматургии, в литературе. То есть меня вдохновляет то, а что я еще могу. Ну, так получилось, что мы с девушкой поехали в Москву поступать в театральные вузы. Ну, типа, голос же, это же отражение души. Ну, я считаю это. Поэтому, когда поешь, то можно рассказать о многом больше, чем когда просто разговариваешь в каком-то диалоге с человеком. Ждем заката, закатом закатит глаза. Я не стремлюсь быть счастливым. Я об этом никогда не думаю. Я просто хочу заниматься своим делом. Получу я что-то взамен, не получу. Буду я счастливым или нет, меня это не интересует. Я просто хочу заниматься делом. Не знаю, куда уносит, не знаю, куда принесет. Возможно, кто-нибудь спросит, но скорее мимо пройдет. Как трудно бывает стремиться туда, куда не тянет. Между мув тоскливо дымится, в глазищах столичных глянец. Обозвали меня Олегом. Не знаю почему, но бабуля спрашивал, короче, кто-то просто в деревне умер, и поэтому меня так назвали. Фамилия моя Ершов. Юрич я. На дед записан, отца потому что нет. Рассказывали, что в день моего рождения, ну, один из возможных моих отцов, он сидел в тачке, был криминальным авторитетом. И ему позвонили, и, короче, тачка бабахнула. Ну, такая красивая легенда. Вот. Ну, рос я в обычной постсоветской семье. Детство мое, детство, поет раскаленное сердце. Куда мне отсюда деться в мое детство? Не был бы настолько пьян, вернулся бы к своим друзьям в мое детство. Там, где ждет бабуля, где детские ножки свисают со стула. Со стула. Я был футболистом, играл в футбол. Но никто моего потенциала не замечал, в смысле родители, да и денег особо не было на это. Вот. И, в общем, была обычная игра во дворе. Мы с моим лучшим другом Стефаном, он приезжий из Сербии. Вот они там из-за войны приехали к нам в Казань. Вот мы с ним играли в футбол. Ему позвонила мама и сказала, приходи срочно домой. Мы пошли к нему домой, и мама ему рассказывает, мол, если ты пойдешь в театральный кружок, то я тебе куплю приставку. Ну и в итоге он меня с собой затащил, бабуля была не против. Вот, и я ходил в этот театральный кружок, друг мой ушел с первой недели, я отучился там год, и мне сказали, мол, у тебя есть талант, давай поступай. Вот, я вообще об этом не думал никогда, был обычный пацан с района, и все. Хотя бы ты отвези туда, где все живы. Да, я в последнем крике выплачу остатки детской обиды. Я все забыл, забудь и ты. Нет смысла лить слезы, если ими не поливаешь цветы. Струйкую в память обрывки молитвы. Мама, скажи,
Почему мы с братом брошены на произвол судьбы? Вот смотри, я привез магнитик из взрослой жизни, на нем я и ты. Жаль, что я не увидел, как тебя унесли журавли. Пошел в театральное училище. Мне педагог из университета, где я занимался, запретили поступать в университет, потому что у нас плохой. Я пошел в Казанское театральное училище. Вот, поступил, 4 года учился там. По окончанию училища мне рассказали, что существуют еще и другие университеты, московские. Я об этом как-то не думал, пока учился. И я решил поехать поступать. А денег не было. Вот, я решил ходить по стройкам и собирать металл, медь, алюминий. Собирал, счищал, заработал на этом 2 штуки и приехал в Москву. Встал такой на вокзал, куда идти, что делать. Вот пошел в ГИТИС. В общем, поступил я на заочку, где до сих пор учусь. Потом на следующий год я пытался перепоступать, но был совершенно не готов и как-то не горел этим уже. Как-то поступил и успокоился. Ну, решил поступать, не поступил. Вот сейчас я перешел на 3-й курс. Но бутылки покажется небом. Алкоголь и стаканы слова. Получилось так, что профессия, не могу, конечно, назвать это профессией, но будем ее так называть, что профессия выбрала меня самого, я ее не выбирал. Случайности не случайны, я в это верю. Если Вселенная это хотела, значит, так надо. Я сначала пошел на актера театра, а кино я никогда, по сути-то, и не думал. Это было как кино для меня, как это, как, не знаю, как еще один какой-то актерский опыт, уровень. Я считаю, что актер не может жить без театра, и, ну, снимаясь в кино. Театр — это такая площадка, где, ну, лично для меня, это такая связь со Вселенной, и вообще это просто прокачка как актера. Меня вдохновляю я в самой жизни, то есть я в музыке, я в поэзии, я в драматургии, в литературе. То есть меня вдохновляет то, а что я еще могу в поэзии. Я прочитал стихи и думаю, а почему бы и мне не написать? Я сел, пишу, пропускаю через себя, думаю, попробую. Я начал выкладывать просто в ВК, там, в ВКонтакт, в интернет. Вот, это был очень такой для меня серьезный шаг, мне было лет 15, наверное, когда я начал писать. Это была полная дичь. Вот. Ну, дальше я начал видеть одобрение. То есть люди говорили, что у меня получается. Холодным песком между пальцев, а скалы душой разбиться при взгляде тупом иностранца. У моря по-русски напиться, с волной на ты перейти, парусом ветру отдаться, в белой рубахе сойти, к причалу чужому и драться, с разбитым лицом у бара. Говорить бармену про все, а он по-русски, зараза, не знает вообще ничего. Проснуться в белой постели, шептать, о чем сердце орет, и проститутка в прибрежном отеле уволится и заживет. А мне бы с бетонного берега, мне бы сойти с пути. Моим кумиром является бабуля, потому что у нас не такая связь. Она, в общем, меня воспитала. Это великий человек, великая женщина. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы я жил. И у нас такая связь, что если один из нас умрет, умрет и второй. Мое детство, там, где ждет бабуля, где детские ножки свисают со стула. Я пришел туда, ну, просто так, с улицы, так скажем, и поначалу мне было непривычно, я, ну, разбирался вообще в том, надо мне это, не надо, ну, театр, он все равно так затягивает, что, мне кажется, мало кто хочет уходить из него, попав в эту тусовку. Рыбы, 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 рыбы плывут зимой, рыбы хотят выплыть. Рыбы плывут без света, под солнцем зимним и зыбким. Я Лев, мне 20 лет, я из города Новосибирска. После школы я поехал в Питер, учился на журфаке,
через примерно полгода понял, что надо что-то менять, что-то не мое. Ну, такая, знаешь, привычная фраза. Вот так получилось, что мы с девушкой поехали в Москву поступать в театральные вузы. Она, в свою очередь, училась на электротехническом факультете в Питере. Мы вместе приехали из Новосибирска. Рыбы плывут без света под солнцем зимним и зыбким. Рыбы плывут от смерти вечным путем рыбьим туда, где глубже, где море. Рыбы, рыбы, рыбы. Ну, когда мы с девушкой приехали поступать, получилась такая история. Я поступил в ГИТИС на внебюджетный курс Бориса Григорьевича Плотникова. Опять же, там проучился полгода, потом забрал документы. Ну, как забрал, просто ушел, документы мои до сих пор в ГИТИСе. А девушка моя никуда не поступила. И она пошла на курсы в школу-студию МХАТ, готовилась. Там собирала программу, ну, пыталась что-то делать для того, чтобы в следующем году опять поступать и на этот раз, так скажем, более продуктивно. А я учился полгода, за полгода успел что-то понять про себя, про профессию, потому что, ну, попал я в нее вообще как-то совершенно спонтанно, я вот так вот захотел попробовать и поступил. И, ну, откровенно говоря, с улицы ребят приходит очень мало. В основном все либо занимались в каких-то студиях, из Хабенки очень много ребят, там, с той же табакерки. Кто-то просто занимался в каких-то любительских театрах, играл в спектаклях, кто-то снимался в кино. И все приходят уже с каким-то багажом. Я пришел туда, ну, просто так, с улицы, так скажем, и... Поначалу мне было непривычно, я, ну, разбирался вообще в том, надо мне это, не надо. Ну, театр, он все равно так затягивает, что, мне кажется, мало кто хочет уходить из него, попав в эту тусовку. Лев, давай, я позорю. Ты что, налить? Рыбы всегда молчаливые, ибо они безмолвные. Он говорит уже. Стихи о рыбах, как рыбы. Ну, Лев, сейчас, подождите, пацаны. Туда, где глубже, где море, рыбы, рыбы, рыбы. Через полгода ушел из ГИТИСа. Опять же, там в какой-то степени стал заложником своих амбиций, потому что я подумал, что все, ну, для себя решил, я хочу заниматься театром. Там посмотрел те же спектакли. Хотя, ну, когда я поступил, я видел там за всю свою жизнь там 2-3 спектакля, и те в Новосибирске, и там один в оперном театре, у нас в Новосибирске большой оперный театр. Там какая-то моя родственница, я в родственных связях не силен, какая-то тетка приезжала, она скрипачка, был какой-то симфонический оркестр. Первый раз в жизни я, наверное, был в большом театре. Ну и я к чему это вообще? Я отдаляюсь к тому, что я поступил вообще ничего не зная о том, чем я буду заниматься. Я вообще как-то думал больше о кино, чем о театре. Ну, сейчас оно, конечно, отошло на второй план. Ну, мне это мало интересно. Я полностью заражен театром, так скажем. И я для себя решил, буду дальше поступать, стал заложником своих амбиций, решил, что, ну вот если я с первого раза вообще вот так вот выучил одну басню, одну стихотворение, там одну прозу, и вот так вот на шару пошел поступать и поступил, я подумал, что будет, если я буду готовиться, я по-любому поступлю, там еще и на бюджет, и будет все прекрасно, и стану я народным артистом однородным. С Олегом у нас вообще интересная история получилась. Мы с ним познакомились на втором моем поступлении, когда я уже ушел из ГИТИСа, когда я второй раз поступал.
А, я вспомнил. Моя девушка же, я же рассказывал про девушку. Она вот начала поступать, а я начал поступать чуть позже, потому что я все-таки не полгода проучился, там чуть больше, а второй семестр затронул. И очень тяжело было совмещать поступление, учебу. Я там еще раздирался, уходить, не уходить, потому что давят родители, то, что ты должен учиться. Там, неважно, платно, не платно, мы типа тянем, хотя тянем так, честно говоря, со скрипом. Ну, типа, родители давили. Я очень долго метался, не знал, поступать, не поступать, поэтому начал чуть позже. А моя девушка, она вот как раз, как я сказал, занималась в школе-студии на подготовительных курсах. И с Султаном она познакомилась там, на курсах. И вот это было поступление во ВГИКе, грамматиков, по-моему, тогда набирал. И Катя, моя девушка, поехала поступать, и там встретила Султана. И Султан, соответственно, был с Олегом. И Катя познакомилась с Олегом и Султаном, они были в одной десятке. Что-то они немножко пообщались, а потом уже я пошел на свое первое прослушивание к Константину Аркадьевичу Райкину в ИШСИИ. И Олег с Султаном приехали поддержать каких-то тёлок. Ну вообще левых они с ними познакомились просто так, я думаю, типа, ну у них были какие-то там на них планы. Ну вот они поехали их поддержать в ИШСИИ. Я с ними встретился, я не помню, как так получилось, что Олег меня вспомнил, он сказал, а, ты, типа, ты же парень Кати, да? И Султан такой, о, ты парень Кати, типа, там, здорово, чё, кого? Вот, и мы что-то пообщались, покурили, добавились друг к другу ВКонтакте и, ну, решили, типа, ну, на поступление еще по-любому встретимся, там, будем списываться, не списываться, там, как успехи, все дела. А потом приехал мой батя в Москву, и я хотел купить себе фано. И фано был, я вообще живу очень далеко за городом, ну, там, в Подмосковье, в Новой Москве, это Щербинка. А фано продавалось там ровно с противоположной стороны Москвы, и некому было мне помочь, естественно, я с батей вдвоем его не унесу. Я чисто вот так же опять описывал, ну, писал всем ребятам из своего френд-листа ВКонтакте, и отозвались Олег с Султаном. Мы поехали, забрали фано, приехали уже совсем поздно, они остались у нас в Щербинке. Ну что там, мы приготовили курочку, купили водочки, забухали, и вот с тех пор мы с Олегом Султаном общаемся. Рыба не льют слезы, убираясь головой в глыбы. В холодной воде мерзнут холодные глаза рыбы. Рыбы всегда молчаливы, ибо они безмолвны. О рыбах. Лев, заебал, ты где? Сейчас, подождите, пацаны. Лев! Сейчас, подождите. Где остановился? Туда, где глубже, где море. Рыбы, 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 рыбы живут зимой. Рыбы хотят выплыть туда. Сейчас, подождите, пацаны. Встают поперек горла. И туда, где глубже, где море. Рыбы, 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 рыбы живут зимой. Рыбы хотят выплыть туда, где глубже, где море. Рыбы, 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 рыбы живут зимой. От того, что я буду мучить по жизни, когда буду заниматься в школе-студии. У меня уже нахуй в телефоне есть какие-то идеи насчет того, что я буду делать. Мне всегда кажется, когда я что-то делаю охуенное, я потом смотрю на Лин, думаю, бля, слишком недостаточно. Вот, ну вот реально, еще не так высоко, как хотелось бы. И ты идешь дальше. Моя любовь, ты не знаешь, где я. Я на самом дне бретона. Я в хламину. Но вам не буду половина тебя. Почему я связал свою жизнь с искусством? Ну, потому что с раннего детства я занимался разными видами искусства. Вот. Начал сначала в музыкалочку, 5 лет, слезы от холода. А потом в художку пошел, занимался в театральной студии, потом в Хабенку пошел, ну, студии имени Хабенского. Там занимался, там и заболел именно театром. Но все равно музыка на первом месте в плане вообще любого вида искусства. Это я сейчас не про себя, а вообще музыка на первом месте. Волнуюсь, и я потерян в кармане крайнем.
и рай он стелит полями. Я выбрал актерскую профессию, актерское ремесло, чтобы делать какие-то выводы. Эта профессия заставляет меня думать мозгами и интуицией. Вот и все. А когда я этим не занимаюсь, я погибаю. Если бы я не был бы актером, я был бы обычным человеком. Музыкантом, пропивавшим в баре и бухущим в говно на улице. А меня вдохновляет в жизни... Да не знаю, мир сам. Я как-то не думал об этом. Я вдохновляю себя и мир. Вот. Моя семья, наверное. Потому что я когда смотрю на свою семью, половина бандит, половина алкаши, я такой думаю, да нормально, надо выйти из этого. Вот. То, что, наверное, позади меня, меня это вдохновляет. Не хочу быть таким же. Я как бы вокалу не учился. И у меня как бы кумир есть музыкант Рэй Чарльз. Это как бы джазовый пианист и вокалист. Вот. Вообще великий человек джазовый. Ну, не только джазовый, просто человек. А из актеров Олег Николаевич Ефремов. Обожаю его. Вот. Не только из-за того, что он как бы как актер, а только, ну, как он продвигал, у него были тоже свои цели. Он поставил театр, он в МХАТ как бы очень много вложил. И все прям как по плану с утра. И я хочу зажечь это снова, как летом ноль сельхов, для каждого родного детства. Нахуй этот повод, мне лишь нужно взять их деньги, и ты знаешь, как. Ведь я каждый день всем крепкий. Это, в общем, мой девиз по жизни. Я где-то лет в 11 прочитал произведение «Два капитана Каверина». И там в конце есть, короче, бороться, искать, найти, не сдаваться. И вообще похеру. Вообще хоть в грязь лицом, хоть вообще поебать. Поэтому 5 лет не важны. Они, это как секунды. Взяли вот спектакль, и режиссер сказал так. Но он был из той плеяды, где вот Никита Кукушкин, и, ну, с ними поступал. И с Сашей Петровым, и Сашей Палем, ну, с Горчилиным. Вот эта плеяда. И Родион мне сказал так, то, что неважно, закончил ты или нет, главное в будущем, когда вы будете работать, чтобы у вас как бы были отношения коллег профессиональные, а не то, что ты недоучка, значит, я лучше тебя. Это все херня собачья. Эндорфины ударили в голову. Я пришел в театральную студию Хабенского. Случайно. У меня там были малые, учились, занимались. И мама такая, забери их, пожалуйста, занятий. А их там не было. Я захожу, а там занятия у старшей группы. И там такой Сергей Васильевич есть педагог. Масейко, он актер театра Тюза. Ой, театр Тюза, театр юного зрителя. Холодновато. Вот. И, в общем, он такой говорит, ты или с нами сейчас занимаешься, или уходишь. Тут твоих малых нету. Я такой, буду заниматься с вами. Просто захожу, снимаю обувь, и мы начинаем заниматься. А потом меня взяли в спектакль «А зори здесь тихие» по Борису Васильеву. И я понял, что... Обожаю это дело. Вот. Ну, вообще, я музыкой занимался всю жизнь, с 5 лет. Как бы сначала на скрипке, потом на виолончели. Как бы пианино, гитара, там, вся фигня. Ну, музыкальные инструменты. Но не пел. Не, я пел с самого рождения, но как-то не парился по этому поводу. Я просто, мам, говорю, что орешь? Ну, я думал, что я ору. Но когда я пришел вот как раз в театральную студию Хабенского, мы поехали в Воронеж на фестиваль «Маршак». Ну, вот, но я вышел на сцену, спел пару раз. Там все мне поаплодировали, я понял, что мой голос не просто так. Вот. Был создан во мне. Ну, типа, голос же, это же отражение души. Ну, я считаю так. Поэтому, когда поешь, то можно рассказать о многом больше, чем когда просто разговариваешь как в каком-то диалоге с человеком. Лучше спеть. Серьезно. Лучше спеть, человек больше поймет. I fuck your dog. Oh my God, it's not a dog. It's a frog. I lost all my friends. My soul, I pray yourself. Короче, у меня есть кореш Ролан, он учился в КТУ, он охуенный гитарист джазовый. Пиздец какой. Импровизации. У нас с ним произошла искра бури безумия. Не, серьезно. Это вот прям... Мы с ним начали разговаривать о музыке. И он такой, а давай с тобой заджемим. Я такой, да я петь не умею. Вот. Короче, это был тот период, когда я вот еще до Алины вот это вот то, что я такой, ну я петь не умею, только ору. Вот. И мы с ним, короче, начали орать. Он такой, да ты нормально орешь, интонируешь там, неустойчиво. Я такой, да, так и умею. Спроси у тех, что в мире, что с ним, я кричу. Короче, лето, я уже слетел везде к ебеням,
В общем, я такой думаю, дай-ка на литературоведческий имени Горького поступлю. На ПС-фак и на этот факультет прозы. В общем, подал документы везде, подал эти творческие свои эти задания все, отправил материалы. Ждем Блаблакар этот гребаный, и он не приезжает. В общем, 9 вечера, не приехал. Мы его ждем еще час, потом еще 2. И вот это такое, все в жопу, ребят, я остаюсь в Казани. И в итоге подъезжает машина, я сажусь с нее, гребаный Ларгус, там что-то 8 узбеков. Я такой, твою мать, думаю, что делать? Ну ладно, едем, уже, короче, уехали за Казань. И я такой понимаю, что-то мне, ну, интуитивно подскажет, что я не поступил. И тут мне приходит сообщение, короче, на почту, то, что баллов не хватает одного там. Двух баллов не хватило, короче, творческой, чтобы пойти на завтрашний в 10 утра. Я говорю, мужик, останови, я тебе платить не буду, скинь меня где-нибудь здесь. Он говорит, мы вообще тоже за городом, я тебя довезу, типа. Я говорю, да не, не надо. В итоге, короче, там все мужики начали на меня, эти узбеки, гнобить меня. Я такой, так, нахуй, кто тут клиент? Я говорю, останови, я выйду. Он останавливает, начинается драка, мы подрались. Вот, уехал в Кировский к корешу, он меня там, ну, как сказать, продезинфицировал водкой. Короче, мы с ним наебенились, я на следующее утро пришел к Ролану и говорю, Ролан, выступаем завтра. Ну и в итоге пошли концерты, выступили в День города на одной из больших площадок. Вот, записали альбом, сейчас я пишу второй альбом уже, сольный, так сказать. Вот, о чем песня? Yeah. Ну, о том, что волнует. Вот и все, ну как бы там и о любви есть, и вообще о людях. Хорошо там, где нет меня. Спустя 2 недели, как я с ней познакомился, я такой, Алин, я тебя люблю, это до конца жизни. И она такая, типа, ха-ха, и убежала, короче, вот. И все, я такой, типа, ну охуенно, расстроился там. Ну а что я могу о ней рассказать? Естественность, вот что главное. Люди постоянно под маской, потом еще надевают еще одну маску, потом другую, в итоге человека ни хрена не разберешь. А она какую-то маску не делала, мне кажется. Она вот была вот такой вот, стеснялась, там, вот это все прочего, все страхи, ей было похеру. Вот, но она как раз вот в этом весь и прикол, то, что она перебарывала свои страхи, вот, потому что она не знала, она как бы не стеснялась их. Она их, как бы, каждый раз для нее был вызов, в итоге она становится все лучше, лучше, прекраснее, прекраснее, красивее, красивее, в итоге вот Алина молодец. Мои чувства к ней. Сначала, так как мне было 16, я такой, типа, о, девчонка. Девочка красивая, девочка хорошая, понравилась. Признался через 2 недели. Потом, спустя год, ну, я в течение года уже признался в любви. Вот. Потом я понял, что я люблю не просто как женщину, как девушку, как там, типа, в отношениях, как человек. Человек вот именно, чтобы совершенствоваться, этот человек, как раз любовь же, она вот как бы сподвигает на развитие. Вот Алина — это такой человек, как мой стимул. Мне всегда кажется, когда я что-то делаю охуенно, я потом смотрю на Лин, думаю, бля, слишком недостаточно. Вот, ну вот реально, еще не так высоко, как хотелось бы. И ты идешь дальше. Вот. Это такой для меня человек. Человек такой, муза, если так сказать. Вот.